Как бы это не парадоксально звучало, но и вчера, и позавчера были затронуты темы, это родители, это мама и девчонки, когда звонят там домой. И я понимаю, я как-то раньше это пропускала мимо ушей и ничего, ну, автоматически не воспринимала эту информацию. Вот, и, а сегодня я поняла, что я начинаю скучать, и не только за мамой, там, за какими-то близкими, которых нет, а и за друзьями своими, которые заменяют мне в какой-то степени мою семью. Вот, и поэтому хороший, просто существует какая-то тишина во мне, и возможно, это от того, что я начинаю понимать какие-то ошибки, которые я допускала в выборе в своем, в оценке себя в первую очередь, в оценке происходящего или еще что-то. И честно, я эмоционально настолько было это на таком эмоциональном подъеме, что мне хочется тишины сейчас внутри, и внутри у меня тишина. И мне бы не хотелось нарушать этого ничем, по крайней мере, до завтрашнего дня. Я думаю, что завтра уже будет совсем по-другому, но сегодня такое настроение. Тихое, спокойное, хорошее. Мне хочется увидеть своих родных и близких, поделиться эмоциями, впечатлениями, просто поговорить и просто посмотреть на них.